Чувашии начались командно-штабные учения по противодействию и ликвидации паводков и пожаров. Сегодня все силы приведены в готовность к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций. На учениях будут отработаны вопросы, связанные с защитой населенных пунктов от возможного половодья и паводка. Результаты анализа показали, что риск неблагоприятного сценария развития чрезвычайной паводковой ситуации на территории субъектов Приволжского федерального округа, а именно в республиках Башкортостан, Мариэл, Татарстан, Мордовия, Удмуртия и Чувашия, составляет более 75%. Проверку пройдут объекты экономики и социальной сферы на предмет ликвидации природных пожаров. По результатам космического мониторинга ежедневно выявляются более 20 термических точек, в том числе вблизи населенных пунктов, отметил Валерий Зеленин.